Бердянск команда клуба юных моряков. Капитан команды Шевченко Иван. В состав команды также входит экипажа от класса «Оптимист», «Кадет» и «Луч мини». Громче, громче аплодисменты! Встречаем наших героев! Команда «Ливан» – капитан Игнашевич, «Грека» – капитан Котелло, «Миотида» – капитан Федоров. Команда номер 4 – «Азовсталь-1». Состав команды – крейсерская яхта «Фаворит», капитан Рожков Андрей. Крейсерская яхта «Зевс», капитан Кумуджев Константин. Состав и луч «Мини». Громче, громче, громче! Несмолкающие аплодисменты нашим юбилеям. Состав команды также входит в экипаж яхта класса «Оптимист» и луч «Мини». Команда номер 8 – «Азовсталь-5». Крейсерская яхта «Адель», капитан Грищук Евгений. В состав команды также входят экипажи яхта класса «Оптимист» и «Луч мини». Министра молоді і спорту Ігоря Жданова, він зараз перебуває в відпустці, але передає найкращі вітання, побажання попутного вітра і перемоги кожному з ваших класів, де саме достойних. Бажаю вам успіхів і всього самого найкращого. От лица городского совета хочу поприветствовать вас на нашей земле, это касательно приглашенных. Пожелать вам удачи. Почему городской совет поддерживает парусный спорт? Потому что это люди, это спорт, который воспитывает в людях ловкость, физическую силу и воспитывает силу духа. Я хочу пожелать вам попутного ветра и пусть победит сильнейший. Дают довольно-таки свежий ветер. Все, что было безопасно на крейсерских яхтах. Все остальные классы яхт стартуют по расписанию в 12 часов. Старший, главный судья на малой дистанции, который будет заниматься, это Белов Дмитрий. Крейсера где поведу я. Ну что, в этом году, 84 года тому назад, родился комбинат, завод «Азовсталь», потом он был комбинатом «Азовсталь». Поэтому у нас сегодня двойной праздник. Значит, Владимир Владимирович Шипорский был разнообразным менеджером, управляющим, и его деятельность была направлена не только на развитие металлургии и производства металла. Он очень много внимания уделял спорту, в том числе и парусному спорту, что мы видим сегодня здесь, в этом яхт-клубе. Спасибо всем ребятам за то, что собрались для участия в этой регате. Также выразить благодарность организаторам, которые на протяжении долгих лет поддерживают эту регату, не дают нам забыть про такого великого человека. Нормально.